И всем привет, с вами Зона, это 29-я серия, как мы играем в Майнкрафт. В прошлой серии мы строили наш дом, а точнее второй этаж мы строили. Дождик. Строили второй этаж, ставили няшные окна и ходили по пещере, там где мы добыли наши 6, еще плюс 6 алмазов. В сумме у нас уже 43, если не ошибаюсь, алмазы. Это просто невероятно. Просто очень-очень-очень рад. И давайте мы продолжим то делать, что мы начали в прошлый раз. И сразу на начале этой серии, надеюсь, те, кто меня смотрит, уже помнят того, тот канал, который я рекомендовал в своей прошлой серии. И надеюсь, вы на него подписались, так как у этого пацана очень, для меня интересные летсплеи, и мне захотелось, как он снимал одиночный летсплей, мне захотелось посмотреть ему вторую часть, так как не знаю что, но мне что-то в нем заинтересовало меня. И подпишитесь на его канал, пожалуйста. Я думаю, это ему очень поможет. На данный момент, когда я сейчас снимаю, у него уже 4 подписчика. Да, это раньше, когда я только начинал снимать, это тоже очень много. Извините, звонят скайп. Сейчас я... Да, блин. Извините. Сейчас. Так, все, и тут, извините. А, как же надо отвлечь все время. Так, я заканчиваю на том, что надо, да. У меня тоже раньше было только 4 подписчика. И карта, думаю, с этого начинала. И надо поддержать парня, так как... О, господи. Начинающий летсплейщик, думаю, вам должно понравиться. И, конечно же, кто-то не понимает, что не надо там записывать. О, господи, писать мне в скайпе. Вот крысы тоже к нам бежат. Так, идемте. Надеюсь, он понял. Да, точнее, он понял. Так, здесь сделаем вот так вот, потому что тут видно травку, которая некрасиво смотрится в нашем домике. Так, травка все очень красиво смотрится. Когда это... Так, я не знаю, думаю, посередине точно хватит. А вот так вот сейчас еще, думаю, на один блок в долину. Ну да, в долину. Так. Ну конечно, я сломалась лопата. Кто еще так? Это точно последний этаж, так как я не хочу бежать. Такую холодную, мокрыливую. В холодную дождевую погоду не хочу бежать на улицу. Там мокро и вдруг поскользнусь еще. Поэтому лучше буду сидеть тут и копать рукой. В детстве мы все учились в песочнице копать рукой. И тут сама землю тоже умеем копать рукой. Так, с этого хватит, да? Нет, не хватит, хватит. Все-таки не хватит нам. Нам до этого должно хватить. Или нет? Давайте сейчас так вот распределим на... Две комнаты? О, господи, не лагай. Так, стикс. Опа. Все нормальненько. Ку-ку-ку. У нас тут очень-очень-очень-очень-при-очень много этого камня, и поэтому нам не вот просто все равно. И все-таки, думаю, придется убирать дождливую погоду. За лопатой. И тут у нас крысы сейчас будут атаковать. Ничего. Это мы быстрые, мы настойчивые. Быстренько берем лопату. И бежим, мы ее взяли. Нет, мы ее не взяли, потому что нам не хватает места. У нас будет какая-то добавнутая крыска, которую мы сейчас тоже замочим. Не факт, потому что она сейчас там такая борзая. И сюда, малыш. Это не малыш, так скажите. Быстренько брать долбанутую эту и вложить вместо пороха. Так, подождите, это тоже пригодится.
Все, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Да, интересное слово. Так, спокойно. Спокойствие. Так, столько спокойствия. Тут, думаю, сделаю дверьку, да? Двойную, нормально будет смотреться, да, нормально. И тут так же самое, сделаю двойную дверьку. Где будем расширять мою комнату? Так, здесь, в принципе, думаю, даже будет удобно. А тут у нас, что? Тут у нас такая же комната. Так, тут мы будем делать комнату все на двойную спальню, так что... Этого, думаю, мне должно хватить. Да. Так, с... где моя лопата? Лопата, супер лопата. Супер лопата, сейчас мы супер скопаем. Так, с... давайте. Давайте, давайте копать. Давайте закрывать. Чем? Чем будем закрывать? Закрывать, закрывать. Мы будем делать, мы не будем шерстью закрывать. Так что я еще не подумал, чем мы будем закрывать. Упс. Упс, упс. Упс. Так, надо подумать хорошенько. Землей точно нет. О, господи. Чем же мне закрыть? Вот там у нас столчик заканчивается, наверное. Давайте быстренько позырим, что у нас тут есть. Так, смотрим. О, вот есть. О, господи, давайте быстрее. Так, стеклянные панели, это пофигу. Кто еще? А, вот три этих. Так, с топорами не было, так что мы вот так вот сделаем. И будет. А вот еще у нас железный. Ну, все равно. Все, бежим, 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 бежим. Все, прибежали мы. Кушаем морковку, она полезна для здоровья. Так, полезна очень, 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 очень. Опа. Так. Ах, так. А, вон не, все-таки у нас был топорик, ну ладно. Так. Так, так. Так, тут довольно такие интересные. О, отлично, наверное. Ну, красиво такие, достаточно красиво получилось. Надо было, думаю, взять еще одну лопату, конечно же. Я забыл про нее, да, забыл. Для начала сегодня мы только сделаем мою комнату. На другие комнаты не пофиг. А, господи, так, подожди. Тут ты же у нас такой непослушный. Текс. И еще. Все, довольно красиво получается. Тут мы сделаем потолок тоже довольно красивенький. И тут тоже сейчас мы скопаем. О, господи, извините. Копай, 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 копай. Все. Блин. Тут у нас неправильно поставилось. Так, опять неправильно. Неправильно все... Опять... А, подожди. А, надо боком, может, как-то его. О, норм, норм, норм. Все. Не, не... А, нет, все. Скопаем. Так, что мне делать? Так, что мне делать? Надо было вниз еще что-нибудь покапывать. Понимаю, только тут у нас не будет, да? Вот это же все-таки. Ну вот, да. Так, надо очень хорошо подумать. Надо подумать, подумать и решить. Так, пол, 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 пол. Все, вот и делаем. Блин, давайте сейчас сделаем пол. А я потом, думаю, уже в следующей серии подумаю, как сделать мне потолок. Так, вставайте. О, господи, 19 уровень. В следующей серии, думаю, мы займемся либо этим
то отделка этой моей комнаты, либо займемся третьим этажом. Я подумаю. Так, я взял с собой шерсть, а эту шерсть мы положим вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Тикс, тикс, тикс. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Тан-тан-тан-та-та-тан-тан-тан. Ай-яй-яй-яй. Раз, два, три. Да, не хватило нам. Не хватило. Ладно. Все равно вот такая красивая комната получила, хоть и маленькая, но уютненькая. Ну, уютненькая комнатка вряд ли получилась. Так, здесь мы быстренько так вот раскопаем все. Тоже делаем уютненькую комнатку. Так, вот тут поставим. Вот тут. Это уберем. Вот тут, вот тут. А дождь все идет и идет. Дождь все льет. Льет и льет. Так. Так, а зачем я сюда вышел? Я сюда вышел, чтобы забыть, зачем я сюда пришел. Окей, возвращаемся. Надо даже приносить сундуки, то. Они так стоят тут, не очень удобно, думаю. Так, что мне вообще... Зачем сюда вообще в реале пришел? Здесь мы починим. Я кому мы не сможем починить. Пойди так, сюда. Как же, давайте сейчас это тоже переделаю, нормальный камень. Мы еще хотели выйти за дерево, за дерево, за обычное дерево. 20 уровень. 20 уровень. Господи, давай, пожалуйста, пожалуйста. О, тут пещерка, 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 пещерка. Ну, конечно, мы в нее упали. Вы еще тут что думали? Конечно, мы в нее упадем. Так, 4 блока маленькое дерево. Творожди, по-моему. Сколько здесь у нас? 5 или 6? Не все-таки 5. Нет, 6. Не угадал. Так, здесь у нас тоже. Тоже здесь у нас что? 5. Здесь у нас тоже 5, я уже экстрасенс, я все знаю. Ава. Так, все. Все, я все сделал. Все, я бегу, бегу. Домой. Бежим. Так, сейчас весь наш второй экран, этаж зальет еще. Плохо. Плохие дела, плохи. Ой, не лагай. А, только одного не хватало, нормально. Так. Что мы еще хотели делать? Что можно тут так же и сделать, конечно, но... Как-то тут делать, если не понял. Это уже. Но можно вот так вот все сделать, хотя бы вот так вот. А вот дальше как делать, ну, очень интересно, скажите мне, пожалуйста. Конечно, есть идейка, но это плохая идейка. Все-таки в два блока это вообще не дом. Так, нам сейчас быстренько нужен верстак, который мы сейчас быстренько сделаем. И уже на верстаке мы уже все обделаем. Так, верстачок сюда поставим. Верстачок, что мы хотим сделать? Умно, конечно. Хотим где-то сделать вот это. Получить 4. Ой. Вот так вот. Так вот и вот так вот. Ну, хотя бы хоть как-то, ну, потому что... Да, по-другому, мне кажется, никак нельзя сделать. Да, здесь, конечно, очень низко. Давайте посмотрим. У нас... Ну да, там у нас все-таки земля. Как от нее не убежать?
Так, эту комнату мы уже все-таки как-то сделали, или вообще ее. Так, здесь вообще некрасивое, только что заметил, поэтому мы делаем полностью в два блока. Так, два блока. Для сейчас, если тут выяснится, что тут можно сделать нормальный этаж, то тогда. Тогда мой дом будет тут, а. Все. Так. А, нет. Да подождите, если мне тут только, по-моему. Только что только первый. Так, уже полдома в безопасности, так поэтому тут будет наш домик. Не домик, а наша комната. Комната наша. Ну, не ваша, конечно. Так, с... Потолок мы сразу делаем этих кирпичей кирпичных. Кирпичных кирпичей. Так, давайте сейчас положим пол. И на этом моменте закончим. Да, я начал делать более маленькие серии. Ой, извините. Извините. Выкидываем. И кидаем, Ставим блок. И давайте все-таки здесь уже делаем пол. Как-никак, чтобы хоть что-то вы сделали за эту серию, а то вообще. Давайте. Сейчас пока кирка не сломается, я отсюда не уйду, окей? Так вот. Тан-тара-тан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 . Так, у нас все. Вот сейчас сделаем двери. Так, получается, нужно 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 15. Так, быстренько выкидываем все. Надо показать все самые ненужные материалы. И вот так вот. Ой, подожди, а, все, вот так вот нормально. А, нет, я не хотел не так сделать. А, господи. Так уже время. Ладно. Не кипятимся. А, господи. Чуть эти сверкунчики сверкают. Пусти дверь меня. И все, уже довольно-таки красиво, когда уже заходишь. Да, очень красиво вообще. Ну ладно, думаю, на этом можно закончить. Вот дождь у нас закончился. Мы заканчиваем серию. Заканчивается дождь. И всем пока. С вами был Озон. Подписывайтесь на мой канал. Лайк. Ставим лайки за кролика, которого сейчас стырю. И подписываемся на канал того пацана, которого я... рекламировал, как я рекламировал, которого я оставил ссылку, ну, короче, оставлю его канал, ссылку, господи, заговариваюсь, оставлю ссылку на его канал в описании. Всем пока, с вами был Озон, до встречи. Так, до встречи, подожди, всем пока, давай.